Губернатор Михаил Мень встретился с руководителями фракций политических партий областной думы. Заблаговременно парламентарии подготовили вопросы. Ответы на них депутаты услышат во время ежегодного отчета губернатора, который глава региона зачитает на следующей неделе. Во время встречи речь зашла о повышении эффективности бюджетной политики. Депутаты подчеркнули необходимость увеличения собираемости налогов. Один из резервов – сбор платы с владельцев квартир, которые сдают жилье в аренду. Мы наметили несколько рабочих групп, по которым будем работать, потому что на сегодняшний день перед бюджетом стоят очень серьезные задачи. В первую очередь это реализация тех указов президента, которые были подписаны в мае. Они требуют определенных расходов, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что процесс развития и ту часть бюджета, которую мы называем бюджетом развития, останавливать нельзя, двигаться нужно дальше.